Одним из главных проектов MTV Россия в прошлом году стала коллекция обуви, разработанная совместно с популярным британским брендом Betsy и певицей Нюшей. Представленные модели разлетелись за считанные недели, и пришло время презентовать новую коллекцию с новым, не менее крутым дизайнером. Над новинками бренда всегда работали лучшие дизайнеры из Англии, Италии и Голландии. А на этот раз креативным директором коллекции стала глава MTV Россия Яна Чурикова. Яна, расскажи, что послужило вдохновением для коллекции? Родной телеканал, на котором мы с тобой имеем честь трудиться, это вообще законодатель моды. Это MTV, тот самый канал, который всегда создает тренды, а не следует им. Это потом за нами все повторяют, и нам приходится придумывать что-то новое. Я подумала, что, в принципе, я же как бы ношу же обувь, люблю быть модной, общаюсь со стилистами, значит, я, наверное, где-то что-то соображаю. Главной особенностью коллекции стал футуристический дизайн с яркими деталями, лаковыми элементами, броскими молниями, клепками и рельефными платформами. В модельный ряд попали сапоги, ботинки спортивного стиля, лоферы, а также другие решения, которые точно найдут свое место в гардеробе каждой девушки. Кто такая девушка в стиле Betsy и в стиле MTV? Это, кстати, весьма себе смарт, совсем не casual. Девчонка, которая хочет что-то в этой жизни не кому-то доказать, а скорее себе. Хочет реализовать свой внутренний творческий потенциал. И постоянно что-то делает. Вот она не сидит. И поэтому ей нужна удобная обувь, понимаешь? Вот для тебя. На презентацию коллекции пришли как простые модницы, так и звезды российской поп-музыки. Кстати, часть прибыли от продаж коллекции будет передана благотворительному фонду «Линия жизни», что уже стало доброй традицией совместных проектов MTV Россия и Betsy. В прошлом году на деньги, которые мы собрали в результате этой прекрасной акции, была оказана помощь Полине Уваровой, 5-летней девочке из города Иваново. Ей была сделана операция, слава богу, сейчас у нее все хорошо. Благодаря вот таким акциям, благодаря отзывчивости людей, нам удалось за 12 лет спасти 9157 детишек. Это потрясающая цифра. Огромное количество счастливых детей, их родителей, бабушек, дедушек. И вот такие акции, они приносят не просто здоровье детям, а ощущение счастья всем нам и всему миру. Успех коллекции, как и в прошлом году, едва ли заставит себя долго ждать. Ведь представленные модели не только соответствуют главным трендам сезона, но и отражают стиль любимого миллионами телеканала MTV. Ты уже присмотрела себе что-то такое? Да я уже присмотрела много чего себе, вот, и поэтому я до сих пор, я не могу глаз отвести, думаю, так, мне это нравится, и вот это тоже надо примерить. Но это в твоем стиле обувь? Да, абсолютно, и для прогулок, и для концертов, и для просто отдохнуть. Признайтесь, вы уже себе приглядели парочку такую какую-нибудь красивую? Да, и все видели, как я ее мерила, эту парочку, да. И я могу сказать, что Яна не просто постаралась сделать удобную обувь. Она еще учла, в принципе, все тенденции. То есть она в тренде абсолютно. Это не просто, там, скажем, какая-то удобная обувь. Это обувь, которую, во-первых, можно носить и на мероприятии, даже на сцену. Вот пару моделей я вижу прям, что они прекрасно будут с костюмами сочетаться. В чем ваш секрет? Почему бренд до сих пор такой популярный уже 25 лет? Ну, мы являемся трендсеттерами в мире молодежной моды. И основной залог – успех в этом, потому что у нас работают молодые талантливые дизайнеры, и они создают обувь как раз для тех, кем они сами являются, тоже для молодежи. Плюс, естественно, мы уделяем большое внимание качеству обуви, учитываем тренды, которые существуют в мире. И, конечно, то, что мы сотрудничаем с такими яркими звездами, как Яна Чурикова, это добавляет нам только еще больше популярности, известности и трендовости. Еще одна важная особенность этой обуви в том, что стоит она совсем недорого, а значит пополнить свой гардероб эксклюзивной парой от Яны Чуриковой смогут не только московские it-girl, но и модницы по всей стране. Признаюсь, я выбрала себе не одну и даже не две пары. Хочется унести отсюда буквально все. Надеюсь, начальница сделает мне скидку.